Феникс ТВ – первая в Котласском округе студия молодежного телевидения. Идейный вдохновитель и ее создатель Ярослава Вислых – главный методист районной библиотеки. 3 года назад, когда библиотека стала модельной, Ярослава решила привлечь сюда как можно больше молодежи и занять ее чем-то полезным. Тогда и появился волонтерский отряд «Феникс», в который в основном вошли ребята из поселка Шипицыно. Мальчишки и девчонки быстро освоили видеокамеру, фотоаппарат, ноутбук со специальными программами для монтажа. В своих выпусках ребята освещают не только молодежные темы, ну и жизнь всего округа. Привет! Мы Феникс ТВ, молодежное телевидение Котласского округа. Мы работаем с 2021 года. У нас в команде 22 человека. Мы освещаем все яркие мероприятия, проходящие на территории Котласского округа. С молодежной точки зрения. Твори, действуй, создавай. Феникс ТВ! А за молодежной жизнью Сольвычегодска через объектив следят школьники медиа-объединения «Радуга». Ремесло журналистов, операторов и монтажеров здесь осваивают 15 ребят. Новости, проекты, подкасты мальчишки и девчонки снимают на телефоны. Сейчас, например, готовят выпуск про выпускников сольвычегодских школ. «Радуга ТВ» – детское телевидение Котласского муниципального округа. Мы поздравляем всех ребят и взрослых, которые делают для детей и подростков что-то интересное и полезное. С днем детского телевидения! Нашей «Радуге ТВ» 10 лет! Все началось с видеосюжетов о слетах и форумах. Затем появились новостные выпуски. Теперь мы пробуем себя в новых форматах. Рубрики, подкасты. Детское телевидение – это удивительный мир! Где каждый из нас может найти для себя что-нибудь по душе. С праздником! Проявленность, смелость, открытость – сегодня с этой базой успех возможен в любой нише. И даже если юные телевизионщики не будут работать на разных телеканалах страны, умение держаться на публике, хорошо говорить и преподнести себя им всегда и везде пригодится.